На сцену приглашается Светлана Головатенко, город Прага. Игорь Жук, «Вторжение». Слышно, да? Так кто же ты, Бог, или дух, или маг? Ответь же, кем задан твой путь ниоткуда, веление тьмы или света причуда, явили тебя в этих сонных домах. И что же ты хочешь сюда принести? Здесь люди довольны и тем, что имеют, а бедность свою и понять не умеют. И если ты Бог, то пойми и прости. А если ты Дух, то в сердца им войди. Ты там не узришь даже тени сомнения, что это их жизнь, есть вершина творения. И если ты добрый, то не навреди. Они так боятся за свой потолок, им страшно не то, что обрушится крыша, а страшно узнать, что находится выше. Не правда ли легче, когда только Бог? И если ты маг, то всю силу числа направь на дно. Милосердное дело, позволь мне ведать ничтожность предела, в который уложится